Всем привет! В новой macOS Sonoma появились живые экраны. Это новые заставки, которые показывают красивые замедленные видеоролики разных мест по всему миру. И когда вы входите в систему, эти изображения вписываются в ваш рабочий стол. Выбор заставки аналогичен выбору обоев. Движущиеся заставки имеют маркировку, позволяющую отличить их от обычных обоев рабочего стола. Их довольно много. Но что если вы захотите установить ваше личное или любое другое видео вместо того, что имеется в наличии? Давайте рассмотрим один из таких способов. Для начала в настройках Wallpaper загружаем одну или несколько заставок. Выставляем переключатель «Показывать как заставку». Затем переходим в компьютер, Macintosh HD, библиотека, Application Support, COM Apple ID Last Set SD, Customer, 4K SDR 240 FPS, где находим загруженную в систему заставки от Apple. В данную папку перетаскиваем наши заставки, созданные самостоятельно или загруженные из интернета. После копируем название одной из оригинальной заставки, удаляем ее или переименовываем и называем загруженную нами заставку так, как называлась оригинальная заставка. Снова переходим в настройки, обои и находим измененную нами заставку. Выбираем ее. Таким образом, мы получим собственную живую обоину на macOS, украсив рабочий стол нашего MacBook или iMac. Если это видео было вам полезным, не забудьте поставить лайк.